Инстаграм, где сливают мои фотографии. Ссылка в описании. Короче, я сейчас проиграю, ребят. Я нуб, я играть не умею. Я просто ничтожен в этой игре, ребят. Так, беру калаш, нахрен. Беру калаш. И топчик наш. Да. Короче, еще снайпу. Вижу челика сюда. Вот так вот, ребята, размялись. Хорошо зажим, потренировали красиво. Теперь можем просто идти уже душить до конца, до того. Оу, щит, панцир, фауст. This is very good. This is very good, very good. This is просто белиссимо, грация. Ну и, конечно же, спонсор этого видео — букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и, самое главное, мой личный промокод, который дает вам до 6500 рублей, и моя ссылочка находится в закрепленном комментарии под этим видео. А, к слову, 24 октября этого года пройдет два топовых матча: Манчестер Юнайтед против Челси и Барселона против Реал Мадрида. Вы знаете, что делать. Вот бот с новым скином. Они байтят или что это? Ты куда бежишь? Вот что это? Это же реально был бот. Правильно я понимаю? Тогда предлагаю, знаешь, что сделать? Вот так вот. Прикиньте, кому-то голову еще разобьет. Я буду в шоке. Давай. Так убить реально возможно. То есть вероятность мега мала, но она есть. Представьте, какой контент, если так сделать. Это просто невозможно. Это невозможно. Грузовик, крутота. О, мне помогает, кстати. Пусть, а куда он дальше идет? Он сейчас едет вперед, а потом что? А что потом? А что потом? О, привет. Я промазал. Убил, отлично. Короче, берем тачку, вот эту вот, прям вот эту вот. Едем херачить грузовик. Забираем дроп с грузовика. И выигрываем игру. Так, дорога куда она ведет? Вот сюда. Там будет грузовик, прямо вот там, ребят. Я уверен, я чувствую это. Мари, Мари, встречаю грузовик. Оп. Я же говорил. Ты, может быть, дымиться начнешь, не? А что с тачкой? Извините, а что с машиной, извините? Давай едь, блин, колымага. Короче, походу, я протаранил грузовик. Я не знаю, конечно, как, но он это сделал. Эй, стой. Стой. Спасибо. Так, нормально. Тачка, ты опять... Вот она сама убивается. Самое интересное, что вот она сама хочет убиться, а я потом виноват. О, набор глушитель. Третий броник. О, берем, короче, вот эту штуку. Красиво забираем семерочки. А где, извините... Сейчас. А где аэрки? Почему только Джули? Ладно, мне ее хватит. Почему только Джули? Джули. Ребят, я калаш просрал. Я просрал калаш. Где он? Калаш. Фу, спасибо. Не, на самом деле неплохо так полутались. О, еще один. Ребята. Боже, машина, ты такая ненормальная. Ребят, короче, хочу там найти калаш. Я забыл, как он называется. Колбасник, во. Не знаю зачем, просто хочу, он красивый. Так, тормозим, выходим и подрываем. Чисто наше. Два грузовика за одну игру уже, как вам? Что там? Пулемет. Не-не, верните калаш. Где калаш? Блин, ребят, что за говно? Где колбасник? Я хочу колбасника. Просто по приколам. Так, берем набор глушителя более фуловый. Блин, не знаю, я хочу калаш или, но не могу его найти просто. Триндец. Так, зона рядом.
Короче, хер с этим калашом, ребят, просто выигрываем, погнали. Пора, время пришло. На самом деле там на дороге как будто бот лежал. То есть, ну зачем было так ложиться? Это очень глупо, это очень неправильно, он потом просто убежал. То есть, короче, он странный. Убили красиво киберспортивно. Так, нужен коллиматор. Нужно что-то мили. 3 кило, ну, что могу сказать? Неплохо. Крыс. Мне дамажить нельзя. Это неправильно. Большой аптеку. Ребят, походу мы подохли. Не-не, изи. Я никогда не умру, ребят. Галимая же, да? Нет. Да, галимая. Знаете, ноль переживаний по этому поводу. Я был уверен, что выживу. Так, чел. Чел крутит через право. Пойду через лево тогда. Дерево такое, толстое дерево. Остановись. Иди отсюда. Фу. Это было на самом деле довольно сложно. Честно вам признаюсь. Думал, погибну. Вообще, я думал, что он просто убежал, реально. Такое иногда бывает, челики просто берут и убегают. Киллов немного, но все довольно приятные. Нет, не взрывайся, нет. Рюкзак, стой. Ты мне еще пригодишься. Короче, будет 10 киллов, зальем. Будет менее 10 киллов, не зальем. Вот сейчас сделаем 5, к примеру, смотрите. Ой. Из прицела вышел нечаянно. Это батидзе или что это? Почему он крадется, как мышь? Забей это, батидзе, дышь отсюда. Кстати, у меня вроде ни одного видоса не было с коряком Джули. Вот, я находил его, но с ним топ-1 не брал, просто вот не везло. Просто на мужика перебегаем. Мне нужна вот эта вот вышечка. Хочу там засесть. Давайте еще один подорвем, по приколу. Немножко может семерок, конечно, не хватить, но это ладно. Тринадцать, откуда по нему стреляют? Одной боем должно хватить, по идее. Третий грузовик. Мужик, не стреляй, пожалуйста. Но я не должен умереть просто. Я 3 грузовика подорвал, я крутой. Я хочу там найти калаш. Колбасник. Прям, я понимаю, что это обычный калаш, только с названием крутым. Но я хочу его в этом грузовике. Мне похрен, чего бы это ни стоило, давай. Расчехляйся. Дункан М-ка. Ну это издевательство. Ну... Ну, нормально. На самом деле, я не хотел Дункана, я хотел калаш. Ну, блин. Теперь хотя бы 2 пушки с этого самого грузовика. Красивое название. Просто ради этого, реально. Но я хотел калаш, честно. Дерево спасло, реально, прям жестко. Еще раз пикни. Вот так вот, все, спасибо, что пикнул. Спасибо, ждем следующих видео. Так, на горе мотоцикл. Возможно, там челс на 24 был. Возможно, он там был. Возможно, его там не было. А может, человек с N24 вообще не было? Так, ребят, я же говорил, что 10 киллов залью, да? Мне уже 6. Вижу еще дропецкий, вон там вот светится. Вот, 6 киллов, еще 4 делаем, 12 живых. Нормально, ребят, это можно организовать. Нужна хорошая позиция, все, я это сделаю изи. Опа. Ребят, у нас просто фул, 3-й набор теперь. И набор глушителей фуловый, это прекрасно. Могу сказать, что это имба, но это, в принципе, неплохо. Ну, хотя бы кто-нибудь где-нибудь, ну, давайте. Я же готов принимать ваши файты. Почему вы к этому не готовы? Пойду дроп лутать, мне похрен, ребят, реально.
Я, конечно, не знаю, что я там могу найти такого, что я бы взял. АВМ не беру, потому что хочу доиграть с Джули. Ради видоса. Ну, чё, броник 3 фуловый тогда. Нет, там, в принципе, реально ничего нет, что бы я взял, представляете? А, ну пулемет, возможно. Реально. Лутанный, что ли? Нет, не лутанный. Да тут ничего нет, забить, ребята, ук просто вонючка. Вижу. Опа. Еще главное не опозориться, просто чел в упоре. Придумал, ребят, хотите контент сделаю? Ради вас просто, ребят. Кидаем туда развод. Чел думает, что я там. Мы его просто забираем. А где он? Стой, где он изначально? Чел. Я сам себя развел. Он оттуда же, отсюда же стрелял, не? Че это за говно? GG. Угу. А, почему его не застрелили? С той стороны. Все, его застрелили. Ну и смысл, смысл было прятаться от меня и открываться под того. Где отсюда килл номер 7. Как я... Ой, чё, подавился. Как я уже говорил, ребят, 10 киллов заливаем. Еще 3. Ребят, не убивайте друг друга, я вас прошу. 5 живых. 4 противника. Нужно сделать 3 килла. Может быть, остановитесь? Реально, стоять. Стоять. Так пробуй умереть за зоной, гадина. Умер за зоной. Ребят, 4 в живых. Получается. 3 противника. Мне нужно всех троих убить, чтобы залить этот ролик на канал. Ну что это? Считаешь, что это нормально? Сейчас кто-то сдохнет за зоной, ребят, я вам говорю. Все, просто активно, активно ищу, ребят. Как Брундук, просто бегаю по карте, ищу противника. Противников. Противников. Вижу. Прицел, давай просто без шуток этих дурацких. Так, килл номер 8, огонь, еще 2. Ребят, просто будьте, где вы сейчас есть. Сейчас есть. БТР, триндец. Глуп... С ума сошли? Какой нахрен БТР? Вот это вообще проблема. Мужик, стоять. Выходи с этой колымаги. Оп, вышел. Как ты выжил? Все, бота разорвался. Килл номер 9. И 10-й давайте. ДД под конец, конечно, включился, да? Согласны, узнали? Чел, только не умри за зоной, я тебя умоляю. Фух, так, все, окей, последний килл. Я предлагаю сделать его с калаша. Ой, с коряка Джули. Это чел или что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Это куст. Мы же хотим назвать ролик в честь коряка с грузовика. То есть нужно сделать килл, желательно с этого самого коряка. Ну это желательно. Это если я прям буду уверен, что я его сделаю. Чел, где ты можешь быть? Я готов тебя убить. Просто скажи свой адрес. На карте точку. Покажи, ткни пальцем. Ставлю на то, что он просто в кустике сидит где-то. Тут очень много кустов, ребята. Они, в принципе, довольно-таки глобальных размеров. Опа, вижу. Ну все. Пикай. Давай. Давай, пончик. Покажи голову. Он не в зоне, ребят. Блин, я хочу реально скоряка убить. Я могу, ну, как бы довеселиться, я проиграю, но... Опа, опа. Это была голова, ребят. Все, килл номер 10 с коряка. Короче, это было видео, которое посвящено коряку под названием Кар98К Джули с двумя буквами L. Это новый коряк, который находится в грузовике.
вышедшим после какого-то определенного обновления на карте джунгли. Всем, кто смотрел это видео, ставьте лайки. Кто смотрел на стриме, продолжайте смотреть стрим. Это было видео, а стрим продолжается.